Здравствуйте! Ток-шоу «Новый уровень» в учебной аудитории Московского технологического колледжа номер 14. Это правда «Новый уровень», потому что мы устраиваем встречи молодежи с известными и даже легендарными людьми. Надеемся, что наш сегодняшний разговор будет вам интересен. В последнее время многие сетуют на то, что среди детей и молодежи много слабых и больных. Кто-то винит в этом политическую систему, кто-то экологию, кто-то говорит, что воспитание плохое. Но даже тотальная реклама здорового образа жизни не исправляет положение. Видимо, важна не сила мышц, а сила духа. Об этом поговорим сегодня на новом уровне. Ты знаешь, кто будет сегодня гостем нашей программы? Александр Муромский. А кто это такой? Это самый сильный человек на планете. Ну, один из. А что бы ты хотел у него спросить? Вообще, как он нарастил себе такую массу физическую, и как у него это получилось, и за какие сроки? А сам хочешь стать таким же, как он? Да. Что бы ты хотел спросить у нашего гостя сегодня? Я думаю, хотела бы спросить про кинематограф. Снимался ли он в каких-то фильмах, потому что это очень интересно. Как ты думаешь, а сейчас вообще есть богатыри на Руси? Да. А кто такие богатыри? Большие, сильные, которые защищают всех. София, а что бы ты хотела спросить нашего гостя сегодня? Женат ли он? Да. А почему тебе это интересно? Ну, я не знаю. Ну, мужчина, он сильный, у него должна быть девушка, которую он должен защищать. Точно. А что ты вообще знаешь о богатырях? Они здоровые, умные. Итак, друзья, у нас сегодня в гостях семикратный рекордсмен книги рекордов Гиннесса, русский богатырь Александр Муромский. Встречаем. Программу. И первый вопрос, который я задаю всем гостям нашей программы. Скажите, какие вопросы вам сегодня задавать нельзя? Дело в том, что можно первый вопрос пропустить, потому что все время опаздываю. А какие нельзя задавать? Да. Да ничего страшного, я справлюсь с любыми вопросами, так что задавайте. Скажите, пожалуйста, а семикратный рекордсмен книги рекордов Гиннесса, кто-то еще в нашей стране обладает таким титулом? Я не знаю, я там статистику не вел, но 7 рекордов честно заработал. Какой ваш самый последний рекорд, и который из этих рекордов, вот из этих 7, дался труднее всего? Ну, как раз самый последний, 4 ноября, вот не так давно, я установил рекорд в городе Тольятти, была прямая трансляция федерального канала. Разрывание справочников за спиной. Нужно было порвать за спиной 11 справочников, каждый из которых больше 1000 страниц, и на это давалось 3 минуты. Вот. В чем состояла сложность? В том, что я начал готовиться где-то за 2 месяца, и месяц было достаточно упорных тренировок, но ни одна тренировка не приносила нужного результата. То есть лучший результат был 9 справочников, разорванных за спиной. Поэтому даже накануне, я приехал специально в Тольятти за 5 дней, чтобы провести некий сбор. Конечно, не очень получилось, потому что меня позвали в детские спортивные секции, там, для детишек выступить благотворительно, но не смог отказать. Вот. И накануне, думаю, надо как-то собраться, еще раз попробовать. Была команда, все, мы в гостинице собрались, там специальное помещение. И попробовал порвать справочники за спиной. Не получилось. И вы представляете, да, то есть на следующий день Ледовый дворец, 5000 зрителей, прямая трансляция. Вам нужно обязательно установить рекорд. Приехала моя мама, она каждый раз приезжает на рекорды. Пригласили судью из Лондона, мэр, вице-губернатор и так далее. Почетные люди, спортсмены, там, детишки. Все ждут, сейчас Александр Муромский за Россию. Вот. А я понимаю, что у меня нет ни одной положительной попытки. Но не сдавался, как всех учим. Говорим, ребята, мыслей нет, не могу, никак и не получится. Мы отметаем сразу. Идем до последнего. Мы русские, русские не сдаются. В итоге я за 2 минуты 6 секунд порвал 11 справочников. Ну, наши аплодисменты вам. Расскажите, как вообще пришла мысль стать продолжателем русских богатырских традиций? Как это все началось у вас? Вначале я родился, 3 килограмма 500 граммов. Еще удивился, лицо акушерки было такое взволнованное слегка, потом обрадовалось. Я все как обычно сделал. Мне что-то вытерли лицо, понесли куда-то.
Вот запеленали, потом принесли к маме. Так, а тренировки? Начал тренироваться в 10 лет. Ну, в детском садике, да, надо отдать должное. Тогда проявились богатырские способности. Там была такая металлическая машинка, у которой, ну, понятно, в детском садике все мальчишки, где-то даже девчонки, пытались что-то отломать. Ну, не знаю, видимо, пытались как-то разобрать. Тогда еще нанотехнологии не было. Все делалось руками. Вот. И все отломали там сколько могли колеса, кузов. Вот. А дверцы никто не мог отломать. И вот я в один из богатырских моментов таким шкетом был. Пухленький. Все. Отломал дверцу у автомобиля. И это было целое событие. Все группы не могли отломать, а вот Санька Муромский отломал. А Шварценеггер в 14 лет из металлолома собрал себе штангу первую и начал тренироваться. Как это было у вас? Ну, во-первых, у меня в 14 лет сварочного аппарата не было. Вот. А у меня как бы... Так, 14 лет, видимо, такой самый переломный момент. Помимо того, что я стал думать о том, ну, о смысле жизни, чем заниматься, стал философ читать, я еще... На тренировке я тогда был в сборной команде Советского Союза юношеской по конькобежному спорту. Ну и там, занимаясь в спортивном лагере, у нас была такая сборная по академической гребле Советского Союза. И там такие ребята все по 2 метра, ну а мы там, уже побольше были. Вот. И вдруг мы выйдем на зарядке, там несут по лодке каждый, представляете? Так мужик лодку несет. Я просто не знал, что она легкая. Я думал, лодку вот такой, здоровяк несет. Я-то думаю, надо заниматься. А чем заниматься? Ну, там какая-то гиря была, там штанга, еще чего-то на нас там. Вот. Ну, а домой ты приходишь, все равно хочется дальше заниматься. А нечем. Вот. У нас жили небогато, денег на штангу не было. Поэтому что, ну, ходил по улице, искал. В итоге на кольце трамвая нашел старые трамвайные подвески ржавые и домой притащил. Ну, железяка тяжелая, значит, можно заниматься. Вот, притащил, отмыл ванны, все аккуратненько. Ну, понимал, что маму с папой не привлекут железные ржавые подвески трамвайные. И так как за диванчик там задвинул, так аккуратненько все сделал, все хорошо. Все было хорошо, я занимался, пока не было родителей. Но в один из моментов почему-то родителям пришло в голову сделать генеральную уборку. Я не понимаю, зачем делать генеральную уборку? Можно так, знаете, протерли пол, зачем диван отодвигать? Ну, не надо диван отодвигать. Можно найти там самое неожиданное. И они как раз уж чего не ожидали, когда отодвинули диван, увидели трамвайные подвески ржавые. Ну, не ржавые уже такие, почищенные. И начался зачем-то скандал. Я вот не понимаю, зачем родители сразу скандал? Надо узнать, какие у парня планы творческие на будущее. Может, они эти подвески его в люди выведут. Но они нет, все, ультиматум, ты нам паркет испортишь, значит, их надо выбросить. Ну, я, конечно, какой? У меня вся жизнь на этих подвесках была построена. Весь фундамент мой практически. Я еще не знал, что фундамент — это еще то, что родители дают образование. Я думал, ну вот, вот с этого начинается вся жизнь. Я говорю, не-не, я только жить начал, как я их выброшу? Своей рукой притащил, своей рукой выбросил? Не, я говорю, я не могу. У меня будет творческий кризис. Вот. И они решили сами выбросить. Ага, не смогли. Подвески-то тяжелые. Вот. Не смогли выбросить. В итоге, после переговоров, долго переговаривались, решили, в общем, их хранить на балконе, а заниматься не дома, а за трансформаторной будкой во дворе. Вот. Ну и вот так я стал заниматься. Александр, скажите, как вообще построены ваши тренировки? Сейчас объясню. Значит, у меня 7 строительных специальностей. Я совладелец сети фитнес-центров, это 6 фитнес-центров, сейчас 7-й строится. Я президент Академии чемпионов. И у нас сейчас 50 проектов по Московской области и больше 100 проектов федеральных по стране. Я председатель Федеральной комиссии сторонников партии «Единая Россия» по делам молодежи. Я 7-кратный рекордсмен в книге рекордов Гиннесса. Я занимаюсь благотворительностью 17 детскими домами. Ну, понимаете, что на тренировке много времени не остается. Я вот представляю, я к чему, да? Конечно. Да, у меня больше 35 видов деятельности за плечами. Я член общественного совета Федеральной службы контроля за оборотом наркотиков, член попечительского совета фонда офицеры России, заместитель руководителя профсоюза негосударственных сфер безопасности. Это вы на многочисленных заседаниях тренируетесь? Нет, на заседаниях пока тренироваться нельзя. Пока слушаете доклады выступающих. На заседаниях главное не заснуть. Честно, вот я был в Госдуме много раз, там, когда все сидят, я думаю, боже мой, какие тренированные люди. Нет, ну знаете, это издержки депутатской работы. Вот если вы станете депутатом, пойдете в Думу, обязательно там все измените. А пока мы разговариваем о спортивной жизни молодежи. А есть спортивная жизнь у вас? Давайте так. Вот интересно, правда, спросим, кто занимается спортом? Ребят, поднимите руки, кто занимается спортом? Вон тот парень мне вообще нравится, так, в конце. Отлично. Мальчишка. Отлично. Скажите, а кто из этих спортсменов, ну, немного, согласитесь, немного, да? Могли бы я, все с вами я согласен. Вы сказали соглашаться, я соглашаюсь. А кто из этих спортсменов занимается, ну, силовыми тренировками?
всего два человека в нашей студии занимаются силовыми тренировками. Вот сейчас нас смотрят тоже там тысячи, а может быть даже миллионы подростков, которые видят в вас своего кумира. Вы им что можете посоветовать? Как тренироваться? С чего начать? Откуда взять силу? Друзья мои, кумир – это нехорошо. Пример для подражания – да, но кумир не надо. Потому что каждого Господь сотворил таким образом, что вы уникальны. То есть такого, как вы, больше нету. Поэтому очень важно развить в себе те качества, которые реализуют вас в жизни как личность. Поэтому мое вам пожелание, чтобы вы нашли себя. Вот для этого нужно попробовать по максимуму, да, то есть вот разных сфер деятельности, так, чтобы понимать, что вас цепляет. Потому что вы будете успешны только в том случае, если вас что-то зацепило. Вот если у вас это проявляется какой-то интерес к этому, старайтесь это максимально развивать, и тогда успеха не миновать. Это как в спорте, так в жизни. Единственное, что спорт должен быть для чего? Потому что сейчас в связи с тем, что человек малоактивен, да, а Господь его сотворил таким, чтобы он должен быть в движении, она все время там с детства сидеть, сидеть. Мы такое ощущение, что это послушные собаки. Когда они придем, вы делали «сидеть». А потом сколиозы и так далее. Вот движение оно должно быть, активность должна быть, поэтому я за самые разнообразные виды спорта, в основном двигательной активности, потому что можно, конечно, засесть и... Шахматы играть. Да, но это другой вид сколиоза. Так что задавай вопрос. Пожалуйста. А сколько вы раз в неделю тренируетесь? Ну, помимо, посоветуйте, сколько это, трехдневная или четырехдневная программа? Так, ну, давайте это самое... Тренироваться, то есть тренировки – это упражнения физические для того, чтобы чего-то достигать. Правильно? Вот, поэтому если ты для себя, смотря в зависимости от того, какие ты для себя цели ставишь, от этого будет зависеть количество и время твоих тренировок, их интенсивность, методика подготовки и так далее. То есть когда у нас, ну, к примеру, для себя ставлю установление очередного рекорда Гиннесса, то есть у меня там идет там, 4-5 тренировок в неделю. Если у меня... таких целей нет, то есть я смотрю по приоритетам задач, для поддержания там, обычной формы, там, здоровья, такого тонуса физического, это там, 2 раза в неделю вполне достаточно. При обычном тренинге в достижении каких-либо там, силовых результатов здесь от чего зависит? От индивидуальных особенностей организма, потому что задача потренироваться максимально эффективно, что это значит? Значит, что если вы на тренировке не потеете, то вы не тренируетесь. Если у вас после тренировки чего-то не болит, то вы не тренируетесь. Если вы при этом хорошо не питаетесь, то вы все, что сделали, сделали почти напрасно. Вот. Поэтому вот эти три фактора, то есть это обязательно пот, чем больше, тем лучше, обязательно боль после тренировки мышечная, да, когда растут мышцы, и обязательно питание для того, чтобы расти. Иначе ты там потренировался, все, и кости напряглись. А расти мышц нечего. Вот. Поэтому и здесь тоже будет зависеть, от, значит, если там сделал эффективную сильную тренировку, а дальше тебе нужно период восстановления, то есть это вот, ну, кто-то за 2 дня восстановится, кто-то за 3. И после этого ты можешь там делать следующую тренировку. Угу. Хорошо, спасибо. У нас есть еще вопрос. А вот как надо правильно питаться, чтобы наращивать мышечную массу? А кушать, ну как надо? Надо как, хорошо кушать. А деньги есть, но чтобы хорошо кушать, надо хорошо зарабатывать. Ну или кого-то иметь рядом, кто хорошо зарабатывает. И не жадный. Подождите, Александр, сейчас очень многие, кто увлекается силовыми тренировками, конечно же, употребляют так называемое спортивное питание. Да? Всяческие там белковые пищи специальные, спортивные. Какие-то там... Некоторые балуются всякими стероидными штуками, чтобы там нарастить себе массу, чтобы сделать рельеф. Вот как вы к этому относитесь, ко всему? Да, давайте немножко такой маленький ликбез, да, что такое спортивное питание, что такое, ну, там, все, что едят, значит. Есть стероиды, это плохо. Есть анаболики, это плохо. Есть, кстати, анаболики естественного происхождения, это хорошо. Ну, они, правда, небольшим там свойством, анаболическим это то, что позволяет мышцам быстрее расти. А это какие анаболики естественного происхождения? Ну, это там бобовые культуры, там, даже петрушка, кстати, тоже там, больше всего витаминов, самая полезная трава, вот. Есть витамины, есть минералы. Вот. Что касается спортивного питания, это полезная штука. То есть полезная штука, единственное, что она не может быть полным заменителем питания, как правило, ее применяют там, до и после тренировки. Ну, потому что там все сбалансировано, все очень удачно, и можно выпить коктейль до, после, кто-то во время, в зависимости от того, как организм работает. Вот. Стероиды, анаболики – это плохо, потому что это там, убивает печень, да, там, почки где-то и так далее. То есть потом человек может там, в 40 лет уже... И мы такие случаи видим. Вот. Еще что очень важно, вам не нужно ставить цели там, для ребят. Я там сейчас хочу. Там... То есть стероиды анаболики, потому что быстрее наросло. Наросло-то оно быстрее, да. Но, во-первых, это убивает твой организм. Во-вторых, это еще не так сильно тебя развивает, как личность. Поэтому мне кажется, что мужчина в этом плане должен быть гармонично развит. То есть физически это, конечно, классно, девчонки очень приятно, когда на руках. Но если кроме этого ничего... Ну, дальше это сложно, потому что, ну, эту машину надо как-то кормить, а он себя зарабатывать не умеет, у него начинаются кризисы и так далее.
Вот, так что я за гармоничное развитие мужчины. Вот, а в этом должно быть не только там, тренировка, не только питание. Здесь ну, там, признаки какие там мужчины. Это, ну, некоторые почему-то думают, что мужчина — это елка. Вот, это когда начинают там сережки там. Ну как ты? Ну я сегодня хорошо. А у тебя какая сережка? У тебя в носу сережка. Какой ты парень классный. Сейчас это в моде, Александр. Или вот эта татуировка. Ты что, ну, ты видел? Друзья мои, могу сказать сразу, и девчонки, мальчишки, ну, девчонки точно согласятся, что, конечно, может быть, там татуировки, это, ну, это какой-то имидж, да. Но если у парня нет татуировок, но у него есть классное тело с мышцами, ну, это уже самое классное. И тут даже не важно, в чем ты одет. Может, рваные маечки, там, пришел, ну, девчонки это оценят. Поэтому, спасибо. Что, ребята, если хотите быть популярными у девчонок, вам сразу говорю, что большинство среагирует на хорошие мышцы. Единственное, что за этим должна стоять еще голова, которая там умеет зарабатывать, держать свое слово. Вот это те поступки, которые делают мужчины, они его украшают, они украшают. Ну, это секрет, достойный аплодисментов. А как вы считаете, нужно ли девушке наращивать физическую массу? София, а вы сами-то как считаете? Я думаю, нет. Правильно, София. Друзья мои, я объясню, почему девушки наращивают мышечную массу. Ну и вообще, почему девушки идут там, где милиция, армия и так далее. Они идут туда, потому что хотят найти настоящего мальчика. Ну или мужчину. Потому что дефицит мужчин, на самом деле. Поэтому мы за то, чтобы были настоящие мужчины. Когда мужчина рядом настоящий, девушке не надо наращивать мышечную массу. Потому что она в нем уверена, он о ней позаботится. Вот. Некоторые парни какие-то моменты воспринимают болезненно. Когда, если девушка от вас хочет, чтобы вы были состоятельны, это не значит, что она вам подходит коммерчески. Ну, некоторые так подходят, но не в этом дело. Дело в том, что девушка, женщина, она потенциальная мать, да? А ей нужно ребенка привести, когда родит, чтобы у нее было место, была забота какая-то. Ей вот это важно. Поэтому она и вас рассматривает не только там, как уникальную личность, но и человек, который впоследствии может обеспечить ей правильное там воспроизводство и воспитание потомства в достойных условиях. Поэтому здесь парень, ну, должен быть активный, должен никогда не останавливаться. Некоторые говорят, вот надо там, если какие-то проблемы, выпить и курить. Ну, или повеситься. Да, там еще разные есть версии. Ну, я говорю, слушайте, ну, по этой версии у меня было столько проблем, я, ну, при смерти был, там, ситуации жизненные разные были. Вот. И тогда должен был раз в 50, а там уже утопиться где-то, застрелиться, повеситься. А курить должен был вообще без перерыва. Бесконечно. Да, вот. Как вы думаете, сколько справочников вы за свою жизнь порвали? И будете ли сегодня нам показывать? А вы представитель библиотеки, что ли? Представитель по защите справочников. Так. Ну, справочников я не считал, сколько я порвал справочников. Ну, последний раз мы брали 2000. Ну, то есть больше 2000 точно. Так что вы меня извините, но это старые рекламные справочники. Никакой художественной ценности они не имеют. Книги мы любим, читаем. И давайте начнем с вашего первого рекорда. Первый рекорд. Как получилось так, что вы зарегистрировали первый рекорд в книге рекордов Гиннесса? Какая история с этим связана и что это был за рекорд? Начнем с того, что это не я регистрировал, это они зарегистрировали в Лондоне. Вот. А что это был за рекорд? Ну, как вообще это появилась идея? Дело в том, что приходя в школу и говоря про вот этих нехороших людей, которые делают вот эти штуки, вот, я просто подумал, что я же не могу во всех школах зайти, правильно? То есть нужно как-то это сказать с телевидения. Вот. А чтобы на телевидении тебя пригласили, как-то, ну, быть просто Александром Муромским мало. Нужны какие-то заслуги. Вот. А заслуги должны быть такие, которые бы удивляли людей. Я подумал, чем я могу удивить? Ну, я попытался станцевать, но танцор из меня, сразу скажу, у меня есть друг, солист Большого театра «Тарандам». В общем, он сказал: «Сань, танцор из тебя, конечно, даже с моими обучающими навыками не очень». Вот. А ломал я все с детства. Да, у меня такая есть. Мама говорит: «Ты все ломаешь». Я думаю, боже мой, как классно, что сейчас я могу ломать, еще за это и деньги платят, и на телевидение приглашают. Читая книгу рекордов Гиннесса, просто я смотрю, какой-то американец взял, значит, 6-метровый прут арматуры, закрутил в кольце, уложил в чемодан за 29 секунд. Я думаю, вот делать-то нечего. Мужик вроде взрослый, арматуру крутит, в чемодан кладет, думаю, ну ладно, вещи бы сложил быстро. Вот я в армии когда был, там, ну, раз и сложил быстро вещи. А зачем арматуру в чемодан? Я думаю, боже мой, может, у него вещей не было. Вот. Но сам рекорд понравился, думаю, надо такой же сделать. И вот я тогда еще жил в Петербурге. Ну, потренировался, собрали ледовый дворец. Ну, там, конечно, все было посложнее, сейчас я не расскажу. Пригласили судью из Лондона. Приглашали на два рекорда. Мы тогда уже крутили сковородки. Я думал,
Сейчас закручу две сковородки в трубочку. И поскольку сковородки все время крутил, это было просто. Вот. А с этим рекордом было сложнее. Из 12 попыток только две было быстрее нужного результата. Вот. То есть такая отрицательная динамика. Ну, думаю, сейчас сковородки закручу. Один рекорд есть, а на второй уже там с арматурой. Приезжает судья где-то минут за 20 до рекорда на площадку. И выясняется, что сковородки у нас не того диаметра. Говорит, сковородки-то не того. А дело в том, что в Великобритании там другая система, да, вот метрическая, которую мы используем, общеевропейскую, она немножко отличается. Поэтому там в футах вот это как-то размеры, у нас как-то там не получилось купить именно те. А уже поздно по времени, еще время час пик, то есть до ближайшего магазина. Я, конечно, администратора послал, но он не успел найти 30 сантиметров в диаметре. Я понимаю, что у меня, значит, одного рекорда, который, думаю, уже есть, нету. А остается только второй. Вот скручивание арматуры, укладывание в чемодан. Ну, собрался и за 25 секунд уложил. А арматура их устроила? Там же тоже какие-то, наверное, технические параметры. Нет, ну там другие. Да, нет. Мы там специально из Северстали покупали в Северстали, они нам, точнее, предоставляли, давали сертификат на английском языке, потому что они там торгуют за рубеж металлом. Вот. И, ну, все было замерено. Диаметр, длина, то есть там все... Размеры чемодана. С чемоданом тоже была история, потому что чемодан должен был быть 50 на 70 на 20, это американский стандарт. В Европе таких нет, чемоданы их не продают просто. Вот. И мы его искали очень долго. Самое сложное было, наверное, в рекорде в этом найти чемодан, который укладывать. Он пластиковый. Вот. И мы долго не могли найти. На барахолках новый. Ну, нет, вот 50 на 70 на 20 это американский стандарт, не европейский. И в итоге, значит, я прихожу там у нас в одну студию там домашнюю к другу с записью, там нам нужно было видео наше смонтировать. И, а до этого я все с рулеткой, я уже там месяца два там везде. По всем магазинам. Где только есть, да, я уже на глаз знаю, как, у кого какой чемодан, сколько сантиметров. Я уже все уже знал, все чемоданы, сколько они. Могу, этот настолько не подходит. Вот. И тут я что-то захожу к нему, смотрю, а там что-то в коридоре такой, где, знаете, там общая площадь, там несколько квартир. Смотрю, на шкафу лежит чемодан, и я понимаю, что это тот самый чемодан. Я его говорю, слушай, Димка. Я говорю, чей это чемодан? Он говорит, ну пойдем сейчас, там запись, монтаж. Я говорю, не-не-не, чей чемодан? Он говорит, да музыканты там остались, ну пойдем запись. Я говорю, подожди, звони. Кому звонить? Я говорю, чемодан, мне чемодан нужен. Зачем тебе чемодан? Он говорит, это для видеозаписи монтажа не нужно. Вот. Он там звонит ребятам, он говорит, ну можете там подъехать. Но они там, это было воскресенье, не смогли. На следующий день приехали. Вот. А я уже говорю, все, я уже с рулеткой тоже приехал. Я говорю, все, это чемодан, мне он нужен. Он говорит, да пожалуйста. Я говорю, сколько? Говорит, да не сколько, мы его на барахолке в Финляндии взяли там за какие-то копейки. Вот так мне достался чемодан. Прекрасно. Скажите, пожалуйста, вот ваше любимое блюдо и любимое упражнение в тренажерном зале? Блюдо? Ну, вообще пирожка с котлетой, наверное, нравится. А так я вообще все ем. Мне, ну, в разные там, и Филадельфия там нравится, и, ну, разные. Во всех кухнях мира у меня что-то есть, там, чехакбили. Но нет такого, что вы говорите, я вот не ем это блюдо, потому что я там боюсь, например, там, много жира или много углеводов, ну, что-то такое. Я боюсь. У всех спортсменов свои заморочки в голове. Не, я ничего не боюсь, я все ем. Все, что, ну, у меня русская диета, все, что есть, надо есть. Самая древняя диета в мире, кстати, это русская, надо запатентовать. Хорошо, а какое ваше любимое упражнение в зале? Ну, у меня прям такого-то... Ну, я иногда могу подойти и там, 300 килограмм поподнимать. Ну, это больше интересно просто на других смотреть в это время. Потому что для них вообще 300 килограмм это много, а еще если поднимать. Ну, это так. Очень жаль, что вы к нам сегодня пришли без сковородок и без арматуры. Почему жаль? Пришли со сковородкой? Почему нет? Я в следующий раз еще приду. Может, специально первый раз пришли, чтобы затравочку дать, рекламку там, понимаете? А второй раз приди уже по-настоящему. Мне интересно, будете ли вы еще ставить рекорды? То есть собираетесь вы еще на еще один рекорд Гиннесса? Ну, вообще рекорды... предполагаю ставить дальше, но это сложно, особенно вот последний рекорд такой отнял очень много сил. Ну, мы вообще дружим с Костей Цзю, я со многими боксерами. Сейчас, кстати, Рой Джонс приехал, я прямо отсюда улетаю, мне надо его забирать, везти у нас. Мы привезли детишек в один из детского дома, наш фитнес-центр. Вот. С Костей Цзю там есть один из рекордов, где 12 машин, по-моему, стоит. 12 или 8, это не буду обманывать. Вот. И там нужно разбить стекла боковые кулаком. Вот. Это плохой рекорд, хулиганский. Но машины будут старые,
скорее всего, мы это сделаем у хирурга в Секстоне. Ну, так, это как вариант на открытие сезона. Это пока проговаривается, а Костя меня пообещал потренировать на силу, ну, не на силу, а на резкость удара. Вот такой будет совместный рекорд с Костей Дзю. И он тоже будет занесен в книгу рекордов, если он состоится? Если он состоится, да. Потому что такой рекорд уже есть, это категория открытая. То есть сложнее сейчас открыть новую категорию. А эта категория есть. Просто я хочу, чтобы в книге рекордов Гиннесса больше было русских имен. Вот, кстати, интересно, вы стали как бы продолжателем такой русской богатырской традиции. Новые русские богатыри – это вы и ваша команда. Почему вы именно так назвались, русские богатыри? Для вас важно вот, сохранение исторических каких-то корней? Могли бы просто называться русские силачи, и это достаточно. Но слово «богатыри» несет в себе все-таки какое-то значение для русской культуры, очень, ну, такое, знаковое. Знаковое, да. И более того, мы изучали смысловую нагрузку в других языках, и вот эти не нашли мы той смысловой нагрузки, которая в русском языке сосредоточена в слове «богатырь», да, потому что он там и сильный, и воин, и справедливый, и мощный, и там, преобладающий чем-то, и последние надежды. Да. То есть это вот, ну, очень много в нем смыслового. Поэтому, ну, для меня, почему русские богатыри? Ну, русские, понятно, что мы там Россия, Русь, там, хотя сейчас некоторые говорят, там, это вот у нас многонациональное государство. Мы не против, мы за многонациональное государство, но даже там и Киевская Русь там отрицается. Ну, у нас есть русский же язык, а не российский язык и так далее. Мы там с профессорами, со многими учеными об этом дискуссируем достаточно активно. Поэтому для меня, конечно, важно там продолжение древних традиций наших, да, и основной посыл-то, который, это не показать силу, то есть наша задача не развлекать народ. Наша задача донести те мысли в сердце о своей стране, о родине, о нашей ответственности. Вот. И это просто русские богатыри как шоу, это только момент, который привлекает. А после того, как мы сделали, спахали эмоциональные почву сердец, туда уже можно сеять правильные семена. Ну, к примеру, что такое там родина для меня, да? Потому что некоторые говорят, вот, там надо куда-то уехать, там, ну, сейчас какие-то странные настроения для меня абсолютно непонятные. Вот, это так, из общения с молодежью, я несколько моментов там сейчас вам поделюсь своими впечатлениями. Кто-то говорит, там, надо ехать за границу, там лучше. Я говорю, друзья мои, давайте так, вот у вас есть мама, да, может быть, она не самая лучшая, ну так, объективно, среди других мам, но это ваша мама. Что, нам надо поменять маму? Нет. Если мы для своей мамы сможем сделать что-то лучше, значит, нам это надо сделать. Конечно, это сложнее, чем поехать к другой маме, вот, за границу. Ну, что такое за граница? За границей там, я там жил там, и месяц, и больше в Европе. Ну, я хочу сказать, что за границей это очень такая... Ну, если там брать там, Германию, там, Францию, Бельгию, Голландию, достаточно скучная такая жизнь, особенно в Германии. Для жизни для пенсионеров. Там чисто, конечно, но все там стучат друг на друга. Там такая история, 85, там, всем там на работу. Ну, то есть такая, как робот. Они живут для того, чтобы работать. Русская душа всегда работает для того, чтобы жить. Мы совершенно другие, ментально другие. Там это очень тяжело и сложно. Поэтому многие возвращаются. Ехать туда, потому что там какая-то стабильность, ну, во-первых, она, ну, такая, не совсем, так сказать, стопроцентная стабильность. Потому что возникают в государстве какие-то проблемы. Вот сейчас там все южные страны в Европе, у всех проблемы. Поэтому никакой стабильности там нету. Что касается там, вот в Швейцарии там хорошо. Ну, ребят, давайте уважать свою историю. Потому что у нас Александр Васильевич Суворов с переходом через Альпы и вот этой войной, когда его попросили, он сделал то, что Швейцария стала на карте, понимаете, ее вообще сейчас не было. И там об этом помнят, ему стоит памятник. Не все об этом помнят, и многие вещи забываются. Вот. Потом, кто бы к нам ни приходил, ну, ребята, у нас самая большая страна в мире. Знаете, вот, это, если мериться там, вот, квартирами, домами, да, у нас самая большая квартира в мире. Понимаете, мы богатые люди. Реально, мы богатые, у нас очень много всего, и в том числе природных ресурсов. Потом, ну, молодежь тоже вырастает, говорит, все, мне, значит, должны это, должны газ, проценты, все надо, все должны. Говорит, друзья мои, где вы видели? Вы яблоню посадите и сразу к ней сразу претензии предъявите, что-то должны. Вы что, сначала надо семечко посадить, потом она вырастет, потом плоды начнет давать. Друзья, вы плоды своих родителей, поэтому это вы им должны. Они в вас вложили, вот вы должны принести плоды, передать родителям, бабушкам, дедушкам, и потом уже про себя думать. Потом, ну, кто взрослый, кто не взрослый, ну, это мы для детей как раз говорим. Если ребенок начинает пить, курить и ругаться матом, он не становится взрослым. Он становится маленьким вонючим ребенком,
который курит, еще если пьет там и ругается, но еще и противным ребенком. А дальше он превращается во взрослого. Какого? В слабого взрослого. Потому что конечности уже выросли окончательно, а курить бросить он уже не может, он слабый. Потому что у него силы воли нету бросить курить. Он уже зависим, он уже как наркоман. Вот. А для меня, ну, понятие своей страны и своей ответственности в стране, это я никогда не буду тыкать пальцем, что там президент виноват, там, сосед виноват, тот виноват. Друзья мои, если вас что-то не устраивает, вы должны брать на себя ответственность за свою жизнь, за жизнь своих близких, окружающих. Если масштаб личности позволяет, то влияйте на всю страну. И тогда меняйте ее в лучшую сторону. Поэтому для меня вот очень важно, чтобы я каждый день делал что-то хорошее для своей страны. Вот это мой подход к жизни. Если мы все будем каждый что-то хорошее для страны делать, страна станет лучше. Это точно совершенно. А маму менять не надо. Это аплодисменты. Александр, вот возвращаясь к теме богатырей. Известно, что прототипом Ильи Муромца, былинного богатыря, был русский святой Илья Чевоток, который сейчас, мощи которого покоятся в Киево-Печерской лавре. В православии вашей вот, богатырской этой жизни имеет какое-то значение? Вы уделяете этому внимание? Или все-таки это для вас не важно? Это в прошлом? Ну, а сам, да, я верю в Господа, верю, что я произошел не от обезьян, потому что, ну, начиная задумываться над какими-то вещами, ну, очень странно, я до сих пор, кстати, не согласен с тем, что преподается у нас в школах, потому что, ну, здравый смысл, он говорит о другом, а я человек здравомыслящий. Ну, к примеру, если вот я приехал сейчас на Мерседесе, GL, да, если мне кто-то скажет, что мой Мерседес произошел путем большого взрыва, и потом это все лежало, и вдруг собралось в машину и поехало. Но это как-то очень глупо выглядит. Нам почему-то предлагают версию, что был какой-то взрыв, потом из неживого стало живым, при том, что современная наука не может ни одного опыта предоставить из неживого в живое. Ну, просто нет такого опыта. Хотя есть все технологии, ну, казалось бы, да, мы уже дошли до много чего. Вот. А дальше еще смешнее, что почему-то одна клетка вдруг решила там быть человеком, другая китом, другая это... И почему так? С чего оно решило развиваться? Все мы знаем сейчас информационные технологии и понимаем, что вот все, что мы видим, вот если вы посмотрите на эту студию, на то, что у нас одето, это все была вначале мысль. То есть вначале была мысль, и только потом это все материализовалось. То есть без мысли, то есть мы говорим о чем-то разумном. А нам предлагают версию, что было что-то неразумное, оно неразумно развивалось, неразумно никак, но превратилось в кучу уникальнейших вещей. До сих пор организм человека не изучен. И многие другие. Более того, там, клетка, она не может появиться, ну, так же, как машина, не может завестись путем там, одного поршня и там, какого-то кольца, может быть, и там, системы зажигания. Что-то надо еще... блок, там, вал и так далее, там, куча двигателей, деталей. И все это должно заведется только тогда, и масло надо залить, и бензин, и только тогда, когда это все вместе, это надо завести, оно будет работать. Вот так же клетка. Клетка, она не могла развиваться по частям. Кусочек этого появился, потом того, потом это. К чему? Кто это развивал? Но это не может быть. Более того, если мы говорим о каких-то миллиардах лет, ну, друзья, там есть, ну, математические, есть математики, которые там просчитывали. Математическая вероятность того, что что-то развивалось именно таким путем, который говорится, она не то что ничтожна, но она ничтожна мала настолько, что даже не берется ни в какие расчеты. Потом, ну, у нас за жизнедеятельность людей на Земле выделяется гелий в атмосферу, и он никуда не девается. То есть у нас есть озоновый слой, который держит. Так вот, если... там, взять 100 лет назад, 100 миллионов лет назад, то гелия бы было уже столько на сегодня, да, вот, если бы это было больше, чем 100 миллионов лет, что нам бы дышать было нечем уже. То есть это бы вытесняло. Второй момент, ну, Солнце. За последние 130 лет измерения Солнца оно сокращается в диаметре. Вот если мы увеличим Солнце, ну, обратно, в той же последовательности, да, то есть оно будет расширим, сделаем такой экскурс назад, то, ну, в общем-то, тоже примерно порядка 100 миллионов лет оно будет касаться Земли, край Солнца. Ну, понятно, что солнечный ветер сдует всю планету и так далее. Там Солнце — огромная система, большая звезда. Поэтому здесь говорить о том, что какие-то миллиарды лет, и что там, мы там произошли от кого-то. Даже Дарвин писал, он, что подтверждение его версии будет огромное количество раскопок, которые будут переходными. Переходных видов нету вообще. Есть 7 костей. Представляете, за всю историю человечества найдено всего 7 костей, которые являются спорными. А все остальное — это, ну, такая бутафория, которую придумали научные деятели. Ну, один из случаев приведу. Вот в Америке есть музей первобытным людям. И туда как-то, по-моему, в 1974 году пришел
фермер, американский фермер, который жил там где-то в глубинке, вот он собрал свою семью, он ее повез в город, в музей, вот показать культуру Америки, вот историю человечества. Он прям с детьми приехал туда. Ну и в музее смотрит, там этот самый. Ну, стоят вот первобытные люди, там мальчик, там, ну, американцы любят мальчик, папа, мама, там, хорошо, может, еще бабушек, дедушек, двоюродных там братьев нету, и с Оклахомой еще кто-нибудь. И он так, ну, спрашивает у экскурсовода, а это вот, что это? А это вот первобытные, а как это узнали? А вот нашли, а чего нашли? И вот такие вот доходят, что нашли какой-то такой зуб. И он показывает, вот зуб нашли, и вот это вот. Он говорит, что, вот из этого семья? Он говорит, ну да. Так это, говорит, присмотрелся, говорит, да это, говорит, зуб кабана. Она говорит, какой кабана, ну что вы? Он говорит, да не, ну я, говорит, всю жизнь со свиньями, я, говорит, ну, зуб кабана не перепутаю. Она говорит, да не, ну вы просто неотесанный мужик, там, вы откуда приехали? Ну, вы там на ферме. Да не, ну я вам точно говорю. Но он возмутился, что его как-то так оскорбили, там, пошел куда-то, там, в итоге провели расследование, сделали генетический анализ, точно оказался зуб свиньи. Вот, вот и все. А из этого уже вот такая история. Поэтому как бы совершенно точно не доказано, что мы, как минимум, ну, сама жизнь нам подсказывает, что мы произошли от чего-то разумного, что есть разум. Вот, и без разума ничего не развивается, тем более не совершенствуется. Если вы оставите что-то без попечения разума, то это все только разрушается. Одежда разваливается, ну и так далее. Животные умирают. И... Потом придумали, что это генетика, да? Но в генетике все еще стало жестче. Там есть генетический код, то есть информация, которая заложена, и только так развивается организм, и никак иначе. Кошка с собакой никак не перекрестится. И потом придумали, что это от мутаций, друзья мои. Есть там ядерные взрывы, к сожалению, которые применялись. Есть мутации там естественные какие-то, но все, кто мутирует, это как раз то, что отмирает, это то, что не развивается. А там версия предложена, что вот это мутирующее стало вдруг. Там третья нога, там пятая рука, там, ну, это все умирает, и это не дает потомства. Какие-то ужасы вы нам рассказываете. Не будем мутировать, будем развиваться, правда, ребята? Да, так что я давайте за разум, за здравый. Вот. Ну, также еще, кстати, вот маленький комментарий по поводу вот, общения с молодежью, там, по поводу Америка, Европа, демократия. Я говорю, друзья мои, ну, это насколько надо быть наивным, представляете, ну, вот у меня бизнес, у меня там 6 фитнес-центров. Рекламу, где мы вешаем, стараются другие фитнес-центры закрашивать или снимать. Ну, они нам не хотят добра, правда ведь? Ну, мы же конкурирующие. Конкуренты, конечно. Мы конкурируем за людей. Вот, ну, представляете, среди стран конкуренция еще жестче. То есть, когда нам говорят, что Европа, там, вот нужна демократия в России, вы обратите внимание вот, на все страны, которые говорят о демократии, для каких стран они хотят демократии? Только для тех стран, в которых у них есть интерес. Значит, Америка — это там, где есть... Вот в Сомали, помните, пираты, казалось бы, да, там они суда ловят, ну, мирового масштаба проблема. Мешают жить людям. Да-да-да. Так а туда никто не идет с демократией. Никто не говорит, что в Сомали нет демократии. Почему? Там нету нефти, там нету газа, там нету золота. Нету алмазов. В Сомали неинтересно с демократией. В Ливии интересно? Да. В Ираке интересно? Да. В Иране интересно демократию? Да. Еще бы столько нефти. В Европе. В Европе нужна большая страна? Югославия? Нет. Нужно несколько маленьких. Для чего? Потому что пацаны, малыши. Все, с ними кто считается? Нет. Большая страна? Не нужна. Россия большая страна? Да. Природные ресурсы есть? Да. России нужна демократия. Вот так работает Запад. Поэтому обратите внимание, что никто не хочет. Когда в России, когда Америка говорит, что мы не хотим Путина, друзья мои, надо понимать, что это классно. Америка провела маркетинговый анализ, поняла, что Путин хочет хорошего для страны и не хочет его. Значит, нужен Путин. По-другому нельзя. Но, друзья мои, у меня вот автомобиль, да, недешевый. Мне припарковаться негде. Не только в Москве, не только в Петербурге, в Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Смоленске, Ярославле. И в более чем 100 городах я побывал. Припарковаться негде. Это бедные русские. В советский период, кто выезжал, это было примерно 1% населения. Это при 150 миллионах жителей. Ой, нет, 270 тогда еще Советский Союз. А меньше 1%. Сейчас у нас, ну вы, 100% у каждого есть знакомый, который побывал за границей. 100%. Правда? Да, в этом зале есть полно людей, кто побывал за границей. Да. Потом Америка, там, и Европа, и почему-то, ну я тут с французом, мы французы на работу взяли. Представляете, нормально, да? То есть, так, русских-то не хватает. Берем французов на работу, да. Он мне говорит, мы там что-то сидели, там, про 812 год, да, когда Наполеон проиграл войну. Он мне говорит,
В 812 году Франция проиграла России, только зима началась, и Наполеон ушел. Ну, представляете, вот у них так во Франции преподается. Зима началась, Наполеон ушел. А не то, что его вынудили уйти, что он шел по Старой Смоленской дороге, что ему отрезали все продовольствие, ему есть нечего, армии было. У него все фуражеры были, перехватывались отрядами. Вот. Ну, я говорю, слушай, я говорю, ладно, там, не хочет он там со мной про 812, я говорю, а что же вы за две недели страну Гитлеру сдали? Тут тоже у них, представляете, во Франции есть очень классно. Гитлеру Франция сдалась за две недели, потому что они пошли северным путем. Они с другой стороны пошли, мы там не ожидали. Я говорю, вот классно. А то с вами должны были, Гитлер позвонить должен был, сказать, слушайте, каким путем к вам лучше идти, где вы нас ждете? Вон там, ага. Все, когда завтра удобно, нет, неудобно. Через месяцок, хорошо, через нет, месяцок. Александр, ну будем честны, пойдем. Французское сопротивление тоже большую роль сыграло в войне, и этого так. Не отнять. Стоп. За две недели Францию взяли. Кто там отнял, не знаю. Давайте дальше расскажу. Давайте, да. Краткий курс истории от Александра Муромского. Краткий курс, говорят. Вот там Европа, Америка там победили, Великой Отечественной войне и сыграли роль основную. Какой, ребят? Давайте на цифры посмотрим. Это очень просто. Значит, со стороны западных союзников в 44 году, в 1944, война началась в 39-м, в 44 году открыли второй фронт. В 44-м, после Тегеранской конференции. Почему открыли? Потому что понимали, что Советский Союз набрал наступительную динамику и идет, и, скорее всего, будет впереди. Поэтому нужно было как-то подключиться к победе. Это раз. Со стороны Советского Союза на Западном фронте воевала 331 дивизия. Со стороны союзников в 1944 году, после открытия второго фронта, всех вместе 37 дивизий. То есть примерно 1 к 10. Вот это заслуга. Сколько людей у нас погибло? Ну, там, по разным подсчетам сколько? Средняя цифра 20 миллионов. У нас погибло 20 миллионов. В Америке 180 тысяч. Кто больше всего заработал и выиграл? Соединенные Штаты Америки. Почему? Потому что они... Он говорит, Америка нам помогала. Друзья мои, Америка нам не помогала. Америка нам давала свои там товары и технику за деньги. И Советский Союз до 1978 года рассчитывался по этим счетам золотом и энергоресурсами. Поэтому Америка нам не помогала, она заработала. После этого она ввела как мировую валюту очень вовремя доллар. И сейчас держит всех на этой финансовой узде. Поэтому все хотят заработать. Слушайте, особенно, ребят, американцы. Ну, вот такому уроку истории надо поаплодировать, я думаю, правда? Вы такого, я думаю, что... Многое из того, что, о чем вам сказал Александр, вы вряд ли слышите о своих учителей истории. Снимались ли вы в каких-нибудь кино или фильмах? Было бы интересно узнать. Да. Значит, снимался я в 10 фильмах. Сериалы, фильмы, в основном эпизодические роли. Один только фильм, где я снялся в полноценный, это сериал «Пока все дома» называется. У нас есть на сайте выложено, если там посмотрите. Ну, если в группу ВКонтакте же все есть, наверное, да? Контакт зайдете, там группа «Русские богатыри», рекордсмены Гиннесса. Там есть ссылка на сайт. На сайте есть в разделе «Кино». И там вот есть кино. Ну а так еще там в «Интернах» 155-й серии я Купидмана мочил по просьбе Охлобыстина. Вот. В «Светофоре» снялся. Тоже сериал «Три вокзала». «Пока цветет папоротник» на НТВ показывали. Ну там весь список есть. А хотелось бы сняться в главной роли какого-то вот настоящего фильма, полнометражного? У меня есть планы на продюсирование фильма, просто пока нет времени. Есть предложенная роль, такая одна из равных. Вот. И мы сейчас разговаривали с заместителем министра по культуре по тематике этого фильма. И будем делать презентацию на открытой защите по бюджету. Поэтому такие планы есть. Это будет фильм на тему патриотизма или что-то другое? Ну, это будет похоже что-то на боевик по тематике, наверное, «Карате-пацан», вот такой аналогии. Александр, я хотел спросить про ваши принципы. У вас на сайте вышло несколько богатырских принципов. Как они создавались и что вы хотели этим сказать, когда вот 33 принципа, по-моему, 33, да? Выжимы? 33, да, это такое красивое число. Такая богатырская хартия, да. Да. Ну, 33 принципа — это просто те основы и принципы, которыми мы руководствуемся в своей жизни. Да? То есть вот, ну, их, наверное, гораздо больше, да? Но это такие, наверное, основные, где-то я там старался исторически подобрать. Вот. Но это принципы жизни, которые позволяют... Ну, первое, я вот вам всем хочу пожелать, исходя из этих богатырских принципов, чтобы вы можете в своей жизни достичь абсолютно любой цели. Просто есть несколько правил. Первое, вам нужно эту цель поставить.
Второе, вам под эту цель, ее нужно записать. Обязательно вот вспомните меня, да, придите сейчас, или сейчас закончится там эфир, да, запишите цель, подумайте, что бы вы хотели достичь. Запишите одну цель, которую вот важную в вашей жизни вы хотели бы достичь. К ней еще отдельно запишите 100 ваших желаний, которые вы хотели, чтобы у вас сбылись. Раз, знаете, как там письмо Деду Морозу, да, вот 100. 100, почему 100? Для того, чтобы вы по максимуму подумали над тем, что вам важно, это смотивирует ваш организм, направит ваш мозг на достижение целей. И третий, это постарайтесь писать план к достижению цели. И если, лучше, если это будет в каких-то временных рамках. Он будет корректироваться, он не всегда вначале особенно будет правильный. Вы придете к этому с опытом. Но совершенно точно вы достигнете любой цели. Я в своей жизни все цели, которые достигал, которые ставил, достигал. То есть там я с Путиным много раз встречался, с Медведевым, со Шварценеггером, с первым лицом государства. Это была ваша цель встретиться с Путиным? Да, конечно. А зачем? Ну как зачем? Я ему хотел донести свои мысли про страну, показать наше выступление, и поэтому мы встречались. Давайте вернемся к целям. Значит, записать свою главную цель и 100 желаний к ней. Да, и планчик к достижению. И реально, ребят, получится абсолютно. Кажется, что невозможно. К примеру, у меня один из примеров, я захотел «Хаммер». Вот тогда было в 2004 году. «Хаммер», знаете, такой второй. Третий — это для тех, у кого денег на второй не хватило. А «Хаммер H2» там, это вот как раз такая мощная машина. Все, я захотел. У меня не было денег. Через 4 дня я ездил на «Хаммере». Через 4 дня? Да. Я хотел спросить вот о чем, о вашей социальной деятельности. У вас много бизнесов, и, наверное, вся энергия и все силы уходят на это. Но кроме этого, вы еще занимаетесь социальной деятельностью, помогаете детским домам, встречаетесь со школьниками, со студентами. Что вы им говорите? Вы им показываете какие-то свои спортивные достижения? Вы каким-то образом мотивируете? У вас много последователей. Ну, наша задача, что, знаете, для меня очень важно, чтобы те мысли, которые я доношу о своих принципах жизни и о своем взгляде на страну, о том, чтобы донести до каждого, что каждый должен стать богатырем в своем деле. Поэтому вот каждый из вас, там, кто-то может стать богатырем в журналистике, кто-то может стать богатырем там, в книгоиздании, там, ну и так далее. То есть богатырь — это не только силовые тренировки? Нет, богатырь — это совокупный принцип, который позволяет человеку достигать невозможного. Вот для меня мы вот немножко так расширили, да, то есть мы ушли именно от силы, потому что богатырь, ну, бывают большие ребята, но слабые духом. Вот, богатырь — это человек, который сильный духом, который не будет пить, там, курить, там, относиться безответственно или там, бросать друзей в трудную минуту. Ты должен быть сильным духом. Вот я вам желаю, чтобы вы были богатырями в своем деле, то есть профессионалами. Потому что очень приятно, когда вы встречаете профессионалов, которые вас и обслуживают, и там, в гостинице, и так далее. Когда там людей не на своем месте, сразу видно. Поэтому займите свои места, и тогда в стране будет все хорошо. Последний вопрос Александру, и мы заканчиваем программу нашу. Есть вопрос? Давай. Угу. Вопрос не по теме, но все же. Как вы собираетесь праздновать Новый год? Нет, давайте я его расширю. Скажите, вот у богатырей есть какие-то... Что, где будем, где соберемся? Какая-то другая жизнь, кроме бизнеса и кроме... Там, кроме тренировок. Да, но я хочу сказать, что я пришел в то состояние, когда я живу в сказке. Ну, сказка для меня, что, казалось бы, когда человек мечтает, ну, заниматься любимым делом, чтобы тебе еще за это были деньги, еще встречаться с интересными людьми каждый день. Вот у меня такая жизнь. У меня нет ни одного одинакового дня. Я встречаюсь с удивительными, уникальными людьми в спорте, бизнесе, политике, шоу-бизнесе. Я знаю, ну, всех там и артистов, и там, спортсменов, уникальных людей, творческих, научных. Спектр моих встреч — это, вот, наверное, спектр всех самых интересных людей, которые только есть. И в духовной жизни, в том числе, вот мы к архимандриту Сильвестру ездим часто. И то, кому я хочу помогать, нет, что мне не хватает еще, наверное, чтобы я такой, ну, человек доброй души, я бы всем помогал. Мне просто там где-то времени, где-то финансов не хватает, чтобы совсем всем помогать. Потому что, ну, хочется всем помогать. Ну, вот, наверное, вот моя такая мечта — это помогать всем. Наверное, это последняя мечта, которая осталась. Вот. А так я очень счастлив, потому что я занимаюсь тем, что мне нравится. Мне еще за это деньги платят. Так что это здорово. Друзья мои, ты был очень веселый человек, один из самых сильных людей на нашей планете, семикратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса и президент Академии чемпионов. Аплодисменты. Спасибо, Александр. Спасибо, приходите еще.
А какие у тебя впечатления? Ну, я считаю, что Александр вообще сам по себе очень умный человек, и он говорил реально очень классные вещи, и у меня это отложилось в памяти надолго. Ну, он силен не только физически, но и внутренне. Это очень сильный такой позитивный человек. Но он, наверное, зарядил весь зал. Ты бы хотела рядом с тобой иметь такого друга, как он? Думаю, да. О, мне запомнилось, что он вот, занимается такой жизнедеятельностью, помогает бедным детям, как деньги дает в детские дома. Вот. Что тебе запомнилось? Ну, честно, я хотел бы, чтобы он был нашим учителем по истории, потому что человек очень умный, знает очень хорошо историю и достаточно веселый. Тебя вдохновил Александр на тренировке? На тренировке, честно, нет. Почему? Да, я не хочу быть горой мышц, но это не главное, в принципе-то. Вот, и главное иметь голову на плечах. Это самое главное.